Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Высокоостровская и Центр образования 251 Сова-Сова, Санкт-Петербург. Сейчас я покажу вам лечебную гимнастику, которую мы делаем, чтобы проработать плечевой пояс, да, чтобы убрать холку, ваше давление, так сказать, нормализовать внутричерепное, чтобы не ходить каждый день к массажисту, не делать какую-то сложную зарядку. Значит, смотрите, берем полотенце, допустим, махровое или какой-то платочек, да, поднимаем руки на ширину плеч. Значит, делаем где-то угол 15-20 градусов шире плеч. Заводим за голову руки. И опускаем руки к затылку. Вот таким образом. Чувствуем, как у нас прорабатывается шея и плечи до лопаток. Осторожно, не до болевых ощущений. Сначала, кому сложно, доводим до головы, потом до затылка. 10 движений. Постепенно за неделю доходим до 50 движений. Через месяц, делая по 50 движений в день, потихонечку начинаем опускать до шеи. Да? Потом, еще через месяц, по 50 движений в день, делая до шеи, потихонечку доходим до плеч. Следующий месяц делаем по 50 движений до плеч. Затем до лопаток. Прорабатываем медленно, спокойно. Дышим носом, вдыхаем носом, выдыхаем ртом, не торопимся, да? И еще через месяц доходим потихонечку от 10 до 50 движений, доходим уже до талии. Да? Вот всю спину таким образом мы прорабатываем с вами. Еще мы в этот день делаем, можно попозже, можно сразу, отжимание, да, прогибаем спину, встаем к стене и потихоньку, медленно, да, грудью приближаемся, отжимаемся. 10 раз, 5 раз, первый раз, постепенно доводим до 50. Месяц делаем по 50 отжиманий от стены. Через месяц переходим на стол и делаем уже по 50 отжиманий от стола. Ну, не знаю, от высокого или от комода. Да? То есть мы начинаем отжиматься от комода, допустим. Да, вот таким образом. И доводим тоже до 50 движений. И отжимаемся от комода, потом от стола, потом от дивана, а потом уже перебираемся на пол. Можно от 1-2 раз постепенно дойти до 50. Подкачиваем, да, свои мышцы спины. Работаем с полотенцем или платком. Отжимаемся. Что еще можно? Можно еще потихонечку постучать пятками. То есть тихонечко ножками. Вот так раз на носочки встали, оп, на пол опустились. Только не сильно, да? Почки не отбиваем себе, со всей дури не шлепаемся на пятки. Потихонечку, да, так раз, 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 раз. Трясем ручками. Можно лечь на спину, потрясти ручками, ножками, да, чтобы кровь не застаивалась. Похлопать себя. Лимфа течет, да, вниз, к шее. То есть ручки, да, вниз. Все к попе гоним. Ручки вниз, ножки наверх. То есть ложимся, поднимаем ноги, также их прохлопываем. Ножки к попе, ручки к попе. Сюда ведем, туда вниз. Похлопали, потрясли руками, ногами. Гимнастика окончена. Что нажат? Красную кнопочку. А ее и нет.